Здравствуйте, друзья, с вами Традиция, мы продолжаем покорить просторы SnowRunner. В этой серии у нас с вами будет обзор на мод Royal Enfield, так вроде называется, FD 1985 года. Это скаут, стоимость его 11450 условных игровых единиц, мощность масса в стоке S+, надежность B+, расход топлива S, емкость бака 15 литров, подвески серийные, тип шин шоссейная 41, полный привод есть, дифференциал есть, что посмотрим. По тюнингу двигатель 1, коробка 1, подвеска, значит, у нас серийная, высокая, активная. Давайте активным поставим, посмотрим. Шины у нас только шоссейные. Лебедка волтная, дифференциал подключаемый, шноркель. Можем шноркель поставить. На мотоцикле шноркель круто. Это у нас всякие обвесы, как я понимаю, здесь. Гриль. Лесо. Так, ага. Защита. Я не знаю, что это у нас. Олго. Number. Вот этот вот. Либо вот этот. Гриль. Это что-то, защита какая-то на пару, что ли. Топливо. Так, диски один у нас. Одни. Расцветки. Такие расцветки. Давайте такую поставим. По декору нет ничего. Что? Глянем. Неплохо так прорисован. Хотел сказать, давайте глянем на салон. А, вот так вот, да. Оу. Приборная панель у нас не работает. Зеркала. В зеркалах ничего не отображается. Ой, как же он сложно управляется. Ой-ой-ой. Как же его им управлять-то вообще? Здесь мы точно не проедем. Гудка нету. Пара работает. Далеко на нем не уедешь. Да, моцик, конечно, прикольный. Но ездить на нем то еще удовольствие. Скажу я. Сейчас я быстрее утону где-нибудь. Бац. Бац. Бац, шмац. Поддавим здесь все. О, нормально, он через задний ход у нее есть. Да. Так, изменить подвеску. Оп, подняли. Заправка у нас есть 40 литров. Значит, у меня бензин не кончается вообще. Ремонт у нас есть, колесо. И куда тебя, куда? Бац. Ух, хо-хо-хо-хо-хо. Вот.
Ну так, да, подурачиться можно, но ездить на нем это полный пипец. Я просто не умею. Все время кот тянет его то влево, то вправо. Ух, на как улетел. Куда на тебя? Я ему вправо говорю, он влево едет. Ладно, давайте посмотрим, насколько далеко светит фара. Угу, на ульти неплохо светит, да чё. Ну, друзья, вот такой вот небольшой обзорчик. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Традиц. Всем удачи, всем пока, всем здоровья, всем добра, пока-пока.